Нижегородская «Торпедо» провело заключительный матч регулярки в Нижнекамске. Прошедший матч для обеих команд не имел турнирного значения. «Торпедовцы», занявшие 8-е место на Востоке, уже готовились к схватке с казанским «Акбарсом» в 1/8 финала, в то время как «Нефтехимик» хотел хлопнуть на прощание дверью перед родной публикой. В этом году коллектив из Татарстана в плей-офф не сыграет. Уже на 5-й минуте хозяева открыли счет благодаря точному сброску бывшему «Торпедовцу» Владимиру Галузину. Во втором периоде нижегородцы собрались и ответили двумя голами в исполнении Ивана Чеховича и Брейди Остина. А за считанные секунды до перерыва ворота Петра Кочеткова влетела необязательная шайба 2-2. Третий период не выявил победителя, а на 11-й секунде овертайма «Нефтехимик» вырвал победу. Я считаю, игра была равная. К сожалению, забили на один гол меньше и проиграли этот матч. Хотели бы закончить регулярно положительным, но сыграть для болельщиков, но к сожалению, не получилось выиграть. Серию плей-офф «Торпедо» начнет в Казани 3 марта. Телекомпания ННТВ будет вести прямую трансляцию из Казани. Начало игры в 19:30. По окончанию матча в прямом эфире программы «После матча» хоккейный эксперт подведет итоги этой игры плей-офф «Акбарс-Торпедо». Болеем за наших. Владимир Смирнов. Время новостей.